Мы убедились в том, что голосование идет на конкурентной, альтернативной основе. Мы видели людей, которые ждали своей очереди для того, чтобы проголосовать. Организаторы голосования вели себя очень корректно, не создавая какого-то ажиотажа или давки, или каких-то непонятных очередей. Все было очень, я бы сказал, открыто, оптимистично, было много улыбок. И самое главное, что глаза людей источали надежду в завтрашнем дне. И это, наверное, главная суть выборов, которые завершились.